Очень часто люди говорят, мечты не сбываются. Вот я хочу это, а оно никак не реализуется. Я тоже иногда это говорю. Но я поняла, по какой причине у меня не реализуется та или иная мечта. Сейчас я хочу вам предложить очень легкий способ, чтобы понять, а действительно ли у меня нет никаких преград для того, чтобы она исполнилась. Этот простой метод меня и напугал, и обрадовал. Я поняла, что, может быть, некоторых исполнения мечт я сама боюсь. А сейчас проверьте сами, боитесь ли вы исполнения некоторых желаний. Обычно мы ложимся в постель, включаем какую-то приятную музыку и начинаем с помощью воображения визуализировать нашу мечту. А теперь внимание! Когда вы будете мечтать, как ваше желание реализуется наилучшим для вас способом, вот вы уже в доме своей мечты на берегу океана. А теперь внимательно пройдитесь по своему телу, где у вас возникает зажим, когда вы думаете о реализации своей мечты. У меня все просто. У меня идет зажим, где находится сердце. Там сразу возникает спазм. Сердце начинает быстрее стучать. Мое тело мне говорит, что я сама боюсь исполнения этого желания. Вот вы прошлись по своему телу, нашли зажим. Сконцентрируйтесь на этой точке. Я в этот момент пытаюсь сначала остановить сердцебиение и расслабить мышцы в этой области. То есть я сначала работаю через тело, успокаиваю это место, и когда я понимаю, что я спокойна, я говорю себе, я разрешаю иметь себе дом своей мечты. И я разрешаю, чтобы дом моей мечты находился около океана. Когда ваш зажим находится, допустим, в руке, вы, когда мечтаете, очень сильно сжимаете руку и сами никогда на это не обращали внимания, то вашей задачей будет для начала расслабить мышцы в вашей руке. А потом можно послать туда лучик счастья и добра и сказать, что все замечательно. Но давайте также не будем и отбрасывать тот вариант, что, может быть, это не ваша мечта, что, может быть, это не ваша цель. То есть рассмотрите со всех сторон ваше желание. Может быть, это желание навязано обществом, как, например, то, что я ни жить ни быть должна выйти замуж. Вы ничего никому не должны. Может быть, вы на самом деле мечтаете поехать куда-нибудь к морю, купить там домик, развести огород, посадить цветы, завести кошку или взять ребенка из детского дома. Может быть, на самом деле вы этого хотите? Поэтому, когда вы мечтаете, обратите внимание на то, ваша ли это мечта и ваша ли это цель. Если вы действительно понимаете, что это ваша мечта и ваша цель, тогда вам надо перестать бояться исполнения мечты или цели. А вот то, что вы боитесь, исполнение, реализация задуманного, об этом говорит ваше тело. Всегда слушайте ваше тело.
С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и расскажите об этом видео своим друзьям. Вдруг оно кому-то будет полезным.